Соревнование на Кубок погибших спецназовцев проводится уже второй год подряд. Для курсантов военных училищ силовые упражнения, турник, перетягивание каната и бег с ящиками песка – не что иное, как тренировка профессиональных навыков. Там вместо песка будут уже боеприпасы, а сила и сноровка понадобятся на поле боя. В первую очередь это воспитание патриотизма, так как здесь участвуют и кадетские классы, первый курс Академии СИН. И, конечно же, это в первую очередь и память о погибших. Примечательно, что все участники обладают разными физическими характеристиками, а некоторые и вовсе делают ставку на моральную подготовку. Психология спорта очень помогает, в частности, когда волнение перед соревнованием, именно перед выступлением, как-то подавить его и настроиться именно на нужную волну для того, чтобы победить. В настоящем бою никогда не знаешь, что именно может сыграть роковую роль. И сегодня действующие бойцы спецназа несут службу в командировках. Участники соревнований понимают, что однажды и они примут эту эстафету. И там одержать победу будет куда важнее.